Синди, помни, это не лекарство, но это устройство поможет тебе управлять своим гневом. У меня есть проблемы с самоконтролем. Нервы шалят? Почти, только капельку круче. Я увеличил напряжение. Но это уже на грани человеческих возможностей. Алло? Это детектив Бикерс. Ваш парень был замешан в чем-то опасном. Его убили. Я выясню, кто это сделал. Если дашь волю своей ярости, то пути назад уже не будет. Разберись с ней. Годами ты была вынуждена подавлять себя. Но теперь ты видишь, насколько ты сильна, когда принимаешь свой гнев. Серьезно, мне опять всем морды бить и кости ломать? Ну, так и быть. Я хочу вам помочь, а не то вы кого-нибудь убьете. Это я и собираюсь сделать. Ну почему вы, мерзкие старикашки, вечно недооцениваете женщин? Ты же не настолько дура. А знаешь, я именно настолько дура. Красотка на взводе. В кинотеатрах с 29 июля.